Коллеги, продолжаем ознакомить с новыми интересными проектами. Здравствуйте, давайте представляться. Здравствуйте, меня зовут Кирилл, я основатель компании Dark Store у дома. У нас сеть мини-складов в Москве и Питере, доставкой за 60 минут. Здорово, расскажите, пожалуйста, еще, что можно доставить за 60 минут, какие виды товаров? Знаете, все началось с того, что мы были удивлены тому, что можно заказать Яндекс.Лавку или самокат, и любой продукт вам привезут за 15 минут, но при этом твои новые кроссовки Nike будут ехать тебе один или два дня. Это заставило нас задуматься о том, что инфраструктура устарела, и нужно строить новую инфраструктуру для того, чтобы любой интернет-магазин мог доставить свои продукты за 60 минут. Поэтому мы доставляем все от еды до фэшена, бьюти, все что угодно. Замечательно. Я так понимаю, вы стартап, и вы находитесь на нашей выставке для того, чтобы специально показать и открыто заявить о своем проекте, чтобы привлечь инвестиции. Да, все так. Мы начали работать в апреле. На текущий момент у нас 4 склада в Москве и один в Питере. Сейчас мы привлекаем 50 миллионов рублей за 20% компании. Будем рады пообщаться с инвесторами. Но в первую очередь мы здесь, чтобы исследовать более наших клиентов. Нам очень нравится помогать бизнесам становиться быстрее и использовать нашу инфраструктуру, чтобы мочь конкурировать с такими игроками, как Яндекс и Самокат. Но 60 минут, я так понимаю, это абсолютно вне конкуренции. Пока и пожелаем вам удачи и надеюсь, что в следующем году вы расскажете уже, что у вас около 1000 магазинов, складов в Москве, и все получают свои товары уже за 30 минут. Да, все так. Вам спасибо за интервью. Спасибо.